Всем привет! Сегодня 20 марта. У нас с утра такой ливень льет. Весенний. Так цветут уже мои деревья. Вот так вот барабанит по земле. Вода, правда, стекает. Там есть у нас решеточка в асфальте, туда все стекает. Грязи нету. Ну, в принципе, все заасфальтировано. Грязи нет. Несмотря на то, что практически каждый день дожди. Вот такая вот погодка. Но сегодня особенно прям сильно льет. Надеюсь, что будет не целый день. Сосны там качаются, очень высокие. И шумят друг другом, касаются. Сегодня 21 марта, и у нас вот такая погодка. Вот, сыпется. Град с дождем. И все сыпется на землю. Вот. Вот под деревом, там белым. С утра светило солнышко. Вот такие причуды у нас природы. Всем привет! Сегодня 23 марта. Я тут была в одном месте нашего города, увидела вот те деревья, которые я вам говорила, мне нравятся. Вот такие кусты. И они цветут вот такими красивыми цветами. Вот цветы они, можно сказать, почти как восковые. Листья такие твердые, зеленые, напоминают лавровый лист, но покрупнее. Это мало еще цветов, они бывают посыпаны цветами. Смотри, какая-то машинка шумит такая. Что она делает, что нет. И она так подлетает, но подлетает, когда к чему не близко едет. Асфальт, непонятно. Это у нас уже так все цветет. Солнышко сегодня светит, завтра обещают дождь. Машина везде сбрызла, чтобы пыль не летела, а это следом идет, подлетает. Вот. Сегодня у нас 27 марта. Так у нас выглядит на улице все. Небо голубое. Время цветы. Травка зеленеет. Там цветы, нарциссы во всем. Магнолии уже цветут. Сейчас уже ближе к вечеру дело. Конечно, не так солнечно, как было днем. Но тем не менее можно увидеть, как цветут деревья. Уже 3 дня у нас такая жара, что в принципе в машине
свитер, и уже жарко. Я проеду на другую площадь, там, к другому магазину. Там будет видно, там цветут магнолии, много магнолий. Очень красиво цветут. Обычно в Орегоне такая затяжная, начинается рано, но и заканчивается поздно. Вроде тепло, тепло, но никак не становится так тепло, что уже почти лето, можно сказать. Было очень тепло, можно было бы было ходить вообще на улице в одной футболке даже. Вчера была у нас Пасха. Вчера у нас было 31 марта. И тут тоже красиво, желтенькие такие кустарники цветут. Хочу показать, сколько магнолий. Много. Вот я проеду здесь. Поверну, чтобы было видно. Эти деревья, сколько деревьев таких. Сейчас где-нибудь подъеду поближе, сниму, чтобы было видно крупно. Крупным планом. Наверное, на свет плохо видно. Так. Нет, это не те деревья, которые я хотела показать, это другие. Да, в прошлом году я видела здесь магнолии. Или они еще не расцвели здесь. А около нашего дома уже цветут. Сейчас я подъеду к другому дереву. Хотя тоже красиво. Вот эти деревья вот с левой стороны вдоль дороги. Это магнолии. Интересно, они уже отцвели, что ли? Уже зеленые листья. Обычно цветы раньше, чем листья появляются. А сейчас цветов нет, а листья уже видно. Наверное, листья уже... Цветы и лепестки уже, видно, унесло. Вот он, эти дерево я взяла поближе с ним. Здесь уже такие вот пустые цветут ярко. Ладно, поедем дальше. Значит, сниму в другом месте, где еще цветут. Вечером небо что-то затянуло, облака.
очевидцы. Розовые деревья, которые буйно цвели, уже, можно сказать, обсыпались. Прям как снегопад был. Лепестки облетали. Красиво. Да, вот цвели, магнолии. Все они такие стоят уже с листиками. Быстро. Не заметила даже, как пролетело время. Утром просыпаюсь от пения птиц. Щебечут, щебечут за окном. Дерево магнолия, которое цветет во всем самом-самом цвету. Такие бело-розовые цветы. Они уже осыпаются немножко. Какая красота, какая прелесть. Вот как снег лежит на полу. На земле лепестки белорозовые. Вот зеленые уже деревья, такие лепесточки, зеленые листочки. А вот наша улица, и вот эти розовые деревья, они уже обсыпали свои лепестки. Вот на земле усыпаны, такие лепестки лежат. Всем пока!